Тут вот при дефектовочке или может вновь, я, как говорится, не знаю, но надо доделать 2-3 ямочки таких маленьких. Вот, клеем их вряд ли получится, но я лампу поставлю, будет видно. Клеем вряд ли получится. А вот попробовать крючком откуда-то залезть. Здесь вот одна, тут и тут. Попробовать надо. Вот она, наша вмятина. Вот таким крючком на подлезть. Так, сейчас я поменьше. Вот такой самодельный гусачок, гусиный клюв. Вот он ломанный, переломанный. Лопался я его, опять заваривал. Вот вар, им хорошо сюда подлазить. Я попытался вот так вот крючок новенький. Но он достает не сюда, куда нам надо, а вот достает где-то вот до сюда. Загиб не тот. Ну и вот, поскольку крылышко окрашенное, его надо аккуратно разгинать. Поэтому мы его погреем, обстучим, а потом будем его тыкать крючком. Почему? Потому что крючок, вот он, острый. И им можно дело наделать. Поэтому лучше расслабить дно, вот обстучав края, и чуть прогреть красочку. Ну вот он результат. Крючочек нам помог. Вот мы видим, как тут не заворачивай. Вот все у нас нормально. Ура! Победили одну вмятинку. Сейчас перейдем к следующей. Если доступ. Что тут есть еще вот у нас. Вот она. Сейчас попытаться добраться до нее. Она как бы деланная, но не сделанная. Просто боязнь оторвать клей. А тут сверху на крыле, вот через верх. Вот, допустим, а вот перед этим был. На нем доступ, пожалуйста, в любом месте крыла залазь и достаешь, куда тебе надо. А тут, к сожалению, совсем по-другому. Поэтому вот сейчас будем пытаться искать доступ через них. Здесь есть окно, и через него, вот через колесную арку, есть доступ туда наверх. Это для того, что показывается, вот хозяин сидит, объяснил, что менять лампочки через эту дырдочку. Вот. Ну, что делать? Тут, называется, фара на этой машине снимается. Сначала снимается защита, потом снимается бампер, потом снимаются подкрылки, а потом снимается фара. Зашибись, короче. Ну и решетка еще. Да, и решетка, там передок вот этот, где знак Opel. Вот, так что всего ничего. Полдня разобрать, полдня собрать. Ну вот что получилось. Теперь вот еще есть у нас косипурик. Его просто чуть тут додавить надо, вот это самое главное, добраться туда инструментом. Он чуть-чуть бликует. Ну вот, как говорится, что могли. Вот он, хозяин счастливый стоит. Вот штучки 4-5 вмятинок таких неявно сделали. Ну, самое главное сделали, которое тебе вот здесь вот не нравилось. Нормально она получилась. Все нормально, все хорошо. Ну вот. И это хорошо. Вот еще тут не долезли мы до сюда. Но надеюсь, в следующий раз мы долезем до этих вмятинок.